Короче, прежде всего, итоги сегодняшнего матча. Насколько было важно вообще победить в первом домашнем матче турнира? Ну, победа, она всегда важна, она приятна, но основная цель, да, на этом этапе, это посмотреть, дать шанс молодым игрокам, посмотреть, как они действуют против топовых команд. Вот. А то все, что касается игры, да, так было видно то, что ребята нервничали, была небольшая несогласованность в кое-каких взаимодействиях. Вот. А так, в принципе, второй период и третий, да, уже начали играть более хладнокровно, более дорожить шайбой. Вот. И в третьем периоде, да, ребята молодцы, как бы четко сыграли в средней зоне, да, не дав сопернику опасно входить в нашу зону. Коллеги, ваши вопросы? Кто-то из новичков-легионеров, Хосенк или Хмелевский, сыграют на турнире? Хмелевский, ему предстоит сделать медосмотр, а Мёрфи и, ну, Райан и Джош, да, возможно, да, мы сейчас продумаем, когда они смогут. Далее. Вот, канадцы вот уже потренировались с командой, какое впечатление вас произвели? Впечатлили чем-нибудь в их технику? Вы знаете, это как бы вот пока в командной тренировке они не участвовали. Они как бы вчера они выходили, помогали нам в меньшинстве, работали. Сегодня они работали с неиграющей группой там. А, да, видно то, что мастеровитые ребята, да, хорошее движение. Но опять же, да, в командных действиях пока мы еще не тренировались, не работали. Виктор Николаевич, ну сегодняшняя победа стала первой в роли главного тренера Салават Юлаева. У вас какие-то особые эмоции испытали от этого сейчас? Опять же, да, спасибо большое за поздравления. Вот, всегда очень приятно, да, выигрывать. И вдвойне приятно, да, первая победа в Уфе. А как вам красная форма команды? Довольно необычно. Необычно. Завтра интересно, как мы с Локомотивом будем смотреться. Коллеги, есть ли еще вопросы? Да, группу молодых ребят отправляли в Торос, возвращали, кроме Сучкова, и к турниру обратно вернули. Просто их за практикой туда отправляли? Да, потому что здесь нам нужно было 4 звена для тренировочного процесса. Их держать здесь, чтобы они просто отдельно тренировались, тоже не было смысла. Поэтому они туда поехали, поработали с командой. Сейчас они вернулись сюда, работают сами.